Падшие проследили за нами до Несса. Они захватили черный исход и повредили системы нейроматрицы. Для операции на астероиде необходимы оба объекта. Объявляю начало операции Флейта. Флейта? Он серьезно? Давайте не будем ее так называть. Дадим название покруче. Потом. Извините за неудобство, капитан. Спасибо. Я послала вам данные об электроимпульсе, который оставили падшие. Еще координаты. Падший уже близко. Я сузил круг поиска. Вперед! Капитаном наедине. По правилам авангарда связь не должна прерываться. Я отключила связь. Извини. Слишком много болтовни. Падшие кромсают мой корабль. И мне, знаешь ли, больно. Thank you.
исхода. Если вас беспокоит судьба вашего призрака, не подходите к этой машине с электричеством. Беспокоит, да? Пальни в него молнией, может, смелее станет. Thank you.
барьер отключен. Нейра, эти жестянки сделали из твоих схем электрооружие. Патши еще хуже, чем Экзокейт 6. Он хороший парень. И что в нем хорошего? Ну, его любит его призрак. Прием! Как вы там? Чудесно снова слышать свой голос по радио. До! До ре ми фа соль ля си до! Бегу!
что все забрали, ничего не оставили? Экзаки, затяните свой модулятор. Тормоза! Пожалуйста, ребята, они же нас убьют! Что это было? Thank you.
Больше не перегружена. Диагностика показывает, что мои функции вернулись в нормальное состояние. Еще бы. Мы вычистили твой инженерный отсек. Молодцы, ребята. Тут завалы мобилизуют другие группы для захвата корабля.